Утепленные костюмы впечатляют умелым сочетанием классического дизайна и функциональности. Вам невероятно удобно будет в них кататься, не боясь холода, снега и ветра. Вы непременно оцените превосходный крой этой куртки и суперэластичной ткани, которые следуют за вашими движениями и действительно обеспечивают неограниченную свободу во время катания. А также технологичность используемых материалов, которые создают комфортный микроклимат и защищают вас от холода, ветра и осадков. Еще одна модель от подразделения 223, артикул 9262, это те, которые делают у нас самые технологичные, самые высокотехнологичные костюмы от бренда Alpha Endless. Данные позиции продаются как комплектом костюмами, так и по отдельности брюки и куртки. То есть можно к розовой куртке подобрать черные брюки или, например, с розовыми розовые только. Значит, капюшон у нас в этой модели у нас не съемный, сделан, кстати, по-новому. Вот здесь на такой липучке и... Вот липучку мы открыли, а здесь вот такая сеточка. Данный вид капюшона, опция как капюшона, сделана в модели Decently. Decently, знаете, фирма, очень дорогие ткани, очень дорогие куртки. Можно найти там от 50 тысяч и выше, там до 200 доходит. Не знаем, как сейчас они будут с Россией, будут ли они представлены вообще. Но, тем не менее, я не могу сказать, что одна и та же, но ткань четырехсторонний стрейч мы нашли. И сделали вот такой же капюшон, как у них. Вот. Во всем остальном здесь у нас свои используются технологии ткани по мембране. Здесь у нас свои утеплители. Дизайн сами думаем. Сами думаем, какая там молния вставить или не вставить. Какие цвета. Как это будет выглядеть и так далее, и так далее. От начала до самого конца. Значит, капюшон несъемный. Капюшон у нас совместим со шлемом. Они у нас очень большие. И можно кататься прямо в шлеме. Значит, идет здесь внутри внутренняя ветрозащитная планка. Здесь эти буквы. В прошлом году это была ошибка. Были 3D буквы, такие объемные. И они соприкасались с молнией, и какие-то буковочки отпадали. Соответственно, товарный вид портился, терялся. В принципе, там ничего катастрофичного такого не было. Но хотели сделать как лучше, но получилось как всегда. В этом году сейчас это плоские нанесения через термоперенос. Соответственно, это то, что не отклеится, не отпадет, не отстирается. И в то же время это остается такой же лаконичный дизайн. Внутри, посмотрите здесь, какая красотища. Дополнительные карманы, молнии, сетки, снегозащитные юбки, эластичные манжеты, система вентиляции под руками, влагозащитные молнии. То же самое здесь и с брюками. Здесь у нас полностью проклеены швы, полностью. Вентиляция есть, внутренний подклад по попе утеплен микрофлисом, высокая спинка. Здесь вот посмотрите фирменный оттиск на спине, чтобы это было видно. Два удобных кармана и внутри брюки внизу. То же самое со снегозащитными гейтерами и клиновидная вставка для обувания на горнолыжный ботинок. Предназначен это для горнолыжного спорта.